Изысканные французские блюда за криптовалюту. «Ля Сирен» – новый ресторан французской кухни, расположенный в верхнем вестсайде Нью-Йорк, объявил, что теперь за их услуги можно будет оплатить не только наличными, но и с помощью биткоина. Такое сообщение появилось в меню заведения. Это уже не первое учреждение общественного питания, которое стало принимать за услуги оплату в криптовалюте. С резким ростом курса биткоина все больше учреждений и заведений, как государственных, так и частных, объявляют о том, что в своей работе начинают использовать криптовалюту.